Всем привет, с вами Андрей, и сегодня я продолжаю проходить такую игру, как «Городской гонщик». И если вы смотрели предыдущую серию, то там я спрошу вас, хотели бы вы, чтобы я в этой серии покатался по горам. И все, кто поставили плюсики, а их было довольно-таки большое количество, там, я не помню, по-моему, 3 человека или 4, это довольно-таки много, проголосовали за, и поэтому сегодня мы с вами будем кататься по горам, наиболее таких... таким высоким, по самым высоким горам, которые здесь у нас есть. Также еще очень-очень большое количество поступает комментариев именно с этой игры, то есть просто практически на каждом видеоролике их там больше 5 штук комментариев. Их, наверное, приходит вообще 10 штук за неделю, поэтому я очень рад. Продолжайте это писать и также продолжайте писать квесты. Квесты мне тоже поступают, их тоже довольно-таки большое количество. И в следующей серии я их продолжу выполнять. Так, куда бы нам поехать сегодня, чтобы покататься? В принципе, я знаю одно место. На вулкан мы сегодня не поедем, потому что это не очень высокое место. Хотя кажется, что оно довольно-таки высоко. Но все равно оно не самое высокое, которое здесь есть. Нам, по идее, нужно проехать на мост большой. И там, по идее, уже должны быть такие большие горы. Потому что я точно помню, вон, да, впереди там горы есть большие, как я вижу. Можно будет попозже чуть-чуть. Сейчас мы поедем вот туда вот, где у нас мостик. И попробуем, вон, там гора большая, поэтому мы поедем сегодня туда. Чуть в мента не вывелся. Так, и вот, в принципе, есть наша гора. Вот такая вот она у нас просто огроменная. Также еще хочу сказать, что мне писали такой комментарий, точнее не комментарий, а квеста, скатиться с горы и перелететь реку. На самом деле это сделать просто невозможно, потому что когда я еду по горам, я постоянно, мой корпус, корпус моей машины постоянно бьется о землю эту, и получается я постоянно торможу. И я просто тупо не могу разогнаться. Я могу только гонять только по ровной местности, а вот по таким колдобинам у меня не получится гонять. Поэтому такой квест, к сожалению, не смогу выполнить. То есть не из-за того, что мне просто лень или я просто не хочу выполнять, а из-за того, что просто это сделать невозможно. Вот я сейчас вам продемонстрирую. Вот. То есть мы тупо упали сейчас с горы, и больше ничего такого не произошло. Вот такая вот действительно большая гора. Давайте попробуем еще раз скатиться и поедем уже к другой. То есть видно довольно-таки интересный такой ландшафт здесь. Здесь горы практически наравне с зданиями в этом городе. Так вот. Уже машина покоцанная, уже 27% это уже чувствуется. У нас здесь вон дерево растет, вот как действительно высоко. Вот солнышко. Так, кстати, у меня есть такой вот небольшая идейка насчет одного вопроса. Как вам лучше смотрится, от такого лица или от такого? Или от такого? То есть напишите в комментариях, как вам лучше смотреть именно вот так вот или вот так вот. То есть давайте назовем это цифру. Если вам нравится вот такой вид, то вы пишите в комментарии цифру 1. Если вам нравится такой, вы пишите цифру 2. И чуть-чуть отдаленнее, это цифра 3. Вот такой вот у нас сегодня будет опросик. Так. Ну вот у нас все равно не получается просто разогнаться. По идее, мы набираем скорость, но у нас тупо тормозит сама эта гора. Сделаем ремонтик. У нас деньги есть. И сейчас поехали к другому месту. Еще тоже такому интересному, где тоже есть горы. Они тоже очень высокие. По-моему, я еду вообще не туда. Но ладно, мы сейчас прокатимся вокруг этого города. Так. Уже довольно-таки большую скорость мы развили. Сейчас это тоже было действительно опасно. Так, тормозим. Небольшое столкновение, но это не катастрофично. Значит, мы едем сюда, на этот большой остров, и теперь нам нужно повернуть направо, потому что именно в правой стороне у нас будет
одно место, по-моему, вон оно уже впереди, чуть правее. Так вот, я эффектно еду аккуратненько, и вот мы, в принципе, приехали к этому месту. А где же, вы спросите, здесь есть горы? Они у нас прямо впереди. Такая вот большая гора. Так. Я прям чувствую, как у меня машина, весь металл этот мнется. Я имею в виду, шумит прям, когда бьется. Так, вот мы практически на вершине. Еще есть одна такая штука. Это то, что если вы не имеете мощную тачку, вы просто тупо сюда не заедете. Даже с моей, ну, практически полностью прокачанной тачкой, она там чуть-чуть и осталась докачаться, я все равно еле-еле ползу. Вот, в принципе, вот где наш город был, вот эта вот гора большая, то есть где мы были. И сейчас мы уже в другом месте, на таком острове отдельном. Давайте же попробуем скатиться. Так, давайте я сделаю передние, да, все. И вот вы спросите. Вот, как вы видите, я еду просто тупо, даже не поворачиваю. У меня просто машина из стороны в сторону болтается. Это связано с тем, что здесь неровная поверхность. И, опять же, повторюсь, из-за этого я не могу просто тупо выполнить тот квест, который я говорил чуть ранее. Так, это, в принципе, две горы, которые я знаю. Теперь нужно еще куда-нибудь съездить. Надо опять вспомнить, куда нам поехать. А давайте вот туда вот поедем. Там вот тоже большие горы, они просто огроменные. Кстати, тут небольшие есть проблемы с текстурами, потому что он там просвечивает что-то. Так, вот, по-моему, нам надо туда ехать. И здесь везде одни мосты. Это, по-моему, то самое место, где мы и любим гонять. Это оно? Да, это оно, точно. Так. Извини, чувак. Так, и теперь нам нужно просто вон на ту гору заехать, если это не повторная гора, то есть на которой мы уже были. Так вот аккуратненько. Ай-яй-яй. Было опасно. Да, вот это место я тоже помню, как я здесь гонял. Тоже классное местечко. Поэтому вы теперь знаете, где есть такие самые большие горы. Вот так вот очень-очень-очень медленно мы заезжаем. И здесь вообще круто, здесь, по-моему, уже 45 градусов идет. А, нет. Пожалуйста. Так, тормозим. Ай, это было действительно жестко. О, все. Не получилось у нас заехать, к сожалению, на эту горку. Ну, никак вообще не поддалась. Она действительно очень резкая, поэтому заехать на нее будет очень крайне трудно, если у вас будет даже такая машина. Хотя нет, вот я уже заехал. Вот не видно, жалко, что впереди. И да, все, это вершина. Здесь у нас, как вы можете видеть, растут камыши, ну, потому что это у нас типа болото. Ну, логика разработчиков, да. Так. Что-то у меня машина отказывается наотрез ездить здесь, вообще не хочет. И, кстати, вот кажется, что вот здесь вот от этой горы до этой маленькое расстояние. И вы, наверное, думаете, что я сейчас смогу хотя бы не то что долететь, хотя бы докоснуться. Давайте же это проверим. Я вам скажу, что здесь, к сожалению, этого не получится сделать, потому что тут просто настолько резкий склон, что даже не дает нам такой немножко по горизонтальной дороге, чтобы мы смогли перелететь эту речку. Сейчас сказал по-идиотски, ну ладно. Так, теперь давайте где-то вот там вот тоже гора была большая. Давайте туда тоже съездим и там тоже посмотрим. Вообще, если вот честно говоря, то эту серию, в принципе, назвать тем, что гонкой по горам я бы... это было бы не совсем точно, а просто я показываю, как вообще добраться до горы. Мы просто тупо веселимся. И мне кажется, что сейчас на небе как какой-то щит, что ли, там вот что-то...
черное что-то было. Ну ладно. Так, здесь у нас нету, и, по-моему, нет. Это не то место, и, по-моему, это уже верхушка. Да, вон там вот наша. Блин, путаю клавиши. Так. Пробел тормоз у нас. Так, вот красиво. Давайте поедем вот в ту сторону. И здесь у нас тоже резкий. Здесь тоже невозможно, как вы можете видеть, моя машина тут же практически остановилась, я не смог даже тупо набрать скорость, потому что сразу резко затормозил. Поэтому гонять здесь по горам прям с адской быстрой скоростью просто тупо невозможно. Так, у нас там еще есть горы, давайте туда тоже съездим. Вот так вот, здесь действительно красивые пейзажи. Лажаю, так, вот так вот. Сколько у нас процентов? Уже 40-50%, а моя тачка уже прям на износ идет. Так. Едем. Так. Ну и тут у нас, по идее, уже все конец, тут уже... Тут камень, блин, 54%. Да, мы на этом острове. Или нет, погодите, а где я был-то? А, все понял, мы были, по-моему, там справа, что ли, были горы. Да, там горы у нас. Ну, прям, отлично, прям об камень так тысяч. А, все, это получается, у нас уже идут горы уже, те, на которых мы были. Давайте тогда... Я заеду в мастерскую, починю последний раз тачку и проедемся по этой горе. И, наверное, уже на этом закончим. То есть, получилась такая вот серия про горы. Сорян. Товарищ полицейский, извините, жизнь такова, городского гонщика, поэтому я ничего не могу с этим поделать. Извиняюсь, конечно, но не смогу. Кстати, 22% и прикол, тачка практически идеальная. То есть, имею в виду, там... Есть снижение вот этих качеств, скорость, мощность, управляемость, но внешний вид практически нормальный. Он чуть-чуть помята машина, прям чуть-чуть, но все остальное в ней нормально. Так, здесь, по-моему, были или да, или нет, или да. Да-да, вот мы там были, потому что там дорога была. Давайте просто вдоль проедемся по этой горе, просто так, ради интереса, просто посмотреть, что здесь. Ну... Здесь у нас камыши растет, и это норма совершенно, просто это норма. Так, ой-ой-ой, я камень даже не увидел. Давайте я первый вид включу, чтобы здесь посмотреть. А, здесь вот, а, здесь речка, засранка, да. Ну ладно, давайте тогда туда съедем. Блин, жалко, вот нельзя смотреть, как мы в воде плаваем. У нас все время такой вот вид. У меня сейчас даже голова закружилась немножко. Нажимаю на букву R, чтобы рестартиться на дороге. Ну что, давайте тогда на этом закончим. Вот такая вот у нас серия получилась про горы. На этом все. В комментариях пишите, какой вид вам больше нравится. Лично мне нравится вот такой вот дальний. То есть, получается, самый последний, это третий. На этом все. Если вам понравилась эта серия городского гонщика, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте. Помните, что все полезные ссылочки для вас есть в описании. На этом все. С вами был Андрей. Всем удачи, всем пока.